Фрэнсен, ты не откроешь мне личное дело, но от трафиканта. Спасибо. Знаешь что, старик, мне так надоела ваша свидетельница. Мне необходимо вернуться к нормальной жизни. Ты пойми, я устал. И каково мне лгать своей жене? Ты еще жалуешься? Мне просто не верится. Тебе повезло, а я попал в зоопарк, который ты называешь своим домом. Ты назвал мой дом зоопарком? Может, подеремся? Мне надоели твои выходки, парень. Может, подеремся? Нет, ты подожди, не смей называть мой дом зоопарком. Фрэнсен, прошу вас, ты... Это же моя шелковая рубашка. А? Да, она красивая. И раз уж я выдаю себя за Майка Лоури, ты должен одеваться как Майк, вот так. И я решил, я хочу быть, как Майк! Пах! А? Знаешь, мне кажется, у тебя не все дома. Да. Тебе давно пора показаться психиатру. Да, возможно, да. Вот его файл, он работает... Спасибо, Фрэнсен. Ты не мог бы этим заняться? Мне надо позвонить жене. Какой жене? Хоть раз в жизни поработай. Я тебя очень прошу, что ты стоишь над душой? Я вот что скажу. Лучше распутай это дело. О. Какой ты сегодня элегантный. Нет, ты ко мне лучше сегодня не лезь, хорошо? Ты меня достал. Серьезно? А? У тебя что, месячные? Давай без шуток. Да? Хватит. Отвали, ясно? Да? Я не в настроении. Ты записываешь? Да, да, подожди секунду, я сейчас. Не надо, лучше заедем туда вместе. Угу. Угу. Хорошо. Как себя чувствуют дети? Отлично, а ты как? А младшая научилась пользоваться горшком? Научится постепенно, не волнуйся. Ты такая веселая. Ты как сегодня? Мне тебя ждать? Нет, не жди. Я буду поздно, в районе 11. Это не поздно. Нет, правда поздно. Не жди меня. Может, возьмешь фильм в прокате? Да, вместе посмотрим. Чем ты одета? Дай мне трубку! Дай мне трубку! Это я! Да в чем дело? Положила трубку? Она уже давно положила трубку. Я тебя понятно. Разыграл. Эй, стой. Алло. Я пошутил. А зачем? Я прошу, не надо так шутить. Это моя семья. Не разрушай счастливую семью. Тогда не надевай мою одежду. Черт возьми, чего это сегодня всех на шутки тянет? Алло.